Сынок, что с тобой, что с твоими глазами? Это больше не твой сын. Короче говоря, я Гренни, часть вторая. Гренни все больше и больше захватывал мой разум. Я уже не мог управлять своим телом. Но сейчас мы поиграем. Папка открыла моей рукой двери и пошла за моей мамой. Куда же ты? Мама выбежала с другой двери. Гренни щелчком пальцем перенесла меня вниз. Ну привет. Ух ты ж, ё-моё. Мама побежала наверх. Блин, Гренни повторяла все в точности то, что и со мной, когда я первый раз сюда попал. Значит, моя мама тоже тут застряла, как и я. И даже если она соберет все артефакты, это ей никак не поможет. Гренни полностью захватила мое тело. Я даже ничего не мог говорить, только думать. Но мне становилось все хуже и хуже. Бабка подходила все ближе и ближе к маме. Кто ты вообще такая? Что тебе от меня нужно? Привет, я Гренни. Мне нужна твоя энергия и страх. Мама упала. Ну вот, игра начинается заново. Бабка подняла маму с пола, положила ее на кровать, закрыла ноутбук, поставила на место палку. Ну вот и все готово к новому дню. Бабка отошла на лестницу. Фу, что это было? Опять это место. Мама встала с кровати, подошла к ноутбуку. Блин, мама же не сможет взломать Пентагон, чтобы подключиться к камерам наблюдения. А может, ее и незнание спасет ее? Бабка стала подниматься и идти к маме. Не подходи! Мама ткнула Гренни палкой, добила палкой. Гренни упала. Кто ты такая? Мама наклонилась и сняла капюшон. Сынок, что с тобой, что с твоими глазами? Это больше не твой сын. Я уже полностью захватила его разум. Меня полностью поглотила тьма. Кажется, я умер. Надеюсь, хоть моей маме удастся спастись. Фух, чертова бабка, она захватила разум моего сына. Я встала с кровати, подошла к тумбочке, открыла ноутбук. Блин, что это за чертовы символы? Я в этом совсем ничего не понимаю. Опять эта бабка идет сюда. Отпусти моего сына, вот деньги, забирай их и оставь нас в покое. Яблоко от яблони недалеко падает, но мне не нужны деньги. Мне нужен твой страх. Чертова бабка, получай! Бабка упала, я схватила ноутбук, перерезала через кровать, побежала вниз. Первая комната была открыта, я забежала в нее. Куда спрятаться? Под стол, под кровать или в шкаф? Под стол, я залезла под стол. Открыла ноутбук, остается последний вариант, Ютуб. Я набрала в Ютубе «Баг в игре Гренни». Нажала на первый видос. В нем парень рассказал, чтобы взломать игру, нужно в то время, когда бабка идет к тебе, перегородить ей дорогу и постоянно прятаться и вылазить из-под кровати. Я вылезла с-под стола, взяла стул, поставила его на проходе. Встала возле кровати и начала ждать бабку. Я услышала шаги, нужно приготовиться. Гренни зашла в комнату, я залезла под кровать. Я вылезла с-под кровати, снова залезла, снова вылезла, снова залезла, снова вылезла. Бабка стояла на одном месте. Кажется, она застряла и ничего не видит. Ура! Бах, сработал! Спустя день. Наконец-то я собрала все заклинание и нашла этот портал. Я начала читать заклинание. Конжуро те инферни пер то там. Икерио эджус татрани инку. Туам хабес ут нихи жамже империо. Диферес первенире пер номина. Лаус хонор эд глория ин кестернум. Амен. Воу! Передо мной появился портал. Я забежала в него. Мам, мам, просыпайся. Просыпайся, тебе же на работу. Сынок, с тобой все в порядке? Да, а что со мной должно быть не так? Ну, Гренни, она же забрала твою душу. Какая еще Гренни, ты о чем? Тебе что, опять кошмар приснился? Короче говоря, Гренни в реальной жизни. Стой, не выключай видео, ведь в нем спрятаны две пасхалки в виде звезды. И если ты подпишешься на канал, поставишь ролику лайк, а в комментариях напишешь время, на котором спрятаны звезды, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя объявлю в следующем видео. Пока. Но в прошлом видео пасхалки были над зажигалкой и на лестнице, но победителем становится Фриз. Поздравляю.